Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. После сегодняшнего обновления добавили насмешки, наконец-то. Мы с вами будем хохотать. Мне выпало две штуки. Две штуки. Всего их, так, давайте посчитаем. 3, 6, 9, 12. 12 штук. Я могу получить две. Давайте мы с вами вместе посмотрим. Я уже быстренько гляну. Мне они очень понравились. Я считаю, это одни из лучших во вселенной насмешки для героев Доты. Ладно, поехали, все. Первый у нас Батрайдер. Ну, это так скромненько. Он просто переворачивается. Но это же смешно. Это же ювелирный смех. Далее у нас идет... А, вот. Вот это прикольно. Опять пародируют русских. Заметьте. Да, кто медведи с балалайкой? Теперь у нас Рубик. Бабка Яга, вы понимаете? Бабка Яга. Вот реально пародия. Просто. Ну офигенно вообще придумали. Очень красиво. И главное, красиво, да. Реалистично. Далее идет Зевс. Такой юпи! Знаете, как он напоминает этого Марио, да? Вот такая же анимация бы. Вот точно-точно такая же анимация. Такой еее! Когда, знаете, собираете ему аганим, рефрешер, ультуете, да? И ни одного не убиваете. Такая насмешка. Ладно, дальше идем. СФшка. А, танцует. Прикольно. Тара-т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 ара
внизу стоит такой, вау, вот-тя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 . Перед пуржом танцует, и в него хук летит. Ну, это норма, стандартная ситуация будет. Дальше, Clockwork. А, танец робота, кстати, скорее всего, да, это реально танец робота. Такой танец есть. Не, ну, прикольно, вообще шикарно. Сломался. Сломался, Clockwork. Когда он, короче, ультует, ставит коги и такую насмешку делает. Ладно, дальше. У нас Тайт идет. Ну, Тайт скромненько, типа тонет. Ну, так скромненько. Пук! Буль-буль-буль-буль. Ну, так себе. Это вот так себе насмешка. Тролль. О, тоже танцует. Молодцы, видите, прибавляют насмешки с танца. Ты-ты-тнал-тнал! У-у-у! Ты-ты-тнал! Не, реально прикольно. Вот ты ж, можно, любую музыку можно поставить, лизгинку можно. Не, лизгинку для этого надо поставить. Ладно, дальше идем у нас, дальше Луна. Ну что за говно? Ну еще все скромненько, она просто подпрыгивает. Особенно, когда у нее будет золотой щит, она ультует такая. Вау! Ну, неплохая, средненькая. Дальше у нас Скаймаг. Вот эти вот я не видел, сразу говорю, эти вот последние 5 я не видел. Вместе с вами впервые смотрим. А, ну да, я прикольно, молодцы. Вообще шикарно. Я сначала не понял, что он будет делать. Может, она усрется, может быть, но нет. Такой, вау, оп, оп. У. То есть, на его грудак смотрите, да? Такие движения у него матные. Такой, оп, оп, оп. Лёль. Дальше у нас Гиро, а слово героин. О, вообще скромно, ну что это такое? У него, по-моему, такая стандартная же есть анимация, где он переворачивается. Уж бы он падал просто. Так, снайпер, что же ты нам покажешь? Ну и что это такое? Тоже, по-моему, такая стандартная есть, где он оружие в руках крутит, подкидывает, ну... Средненькая, средненькая, не очень. Вот, Магнус. Вау, вот это вот уматное тоже. Ух! Особенно с новым молотом его. Копыта умата. Пиу! Ну вот, мы посмотрели с вами все насмешки. Безусловно, есть какие-то лучшие, какие-то средненькие, какие-то вообще стандартные анимации. Вот у Рубика шикарная, например. Танцы тоже шикарные. Ну давайте уже откроем. Рубик, да. А, в смысле, не одна выпадает? Лёль? Смотрите, две штуки выпадают. Та-та-та-ра-та-ра-та-ра-рай. Ладно, хорошие выпали. То, что я как раз и хотел. Я вам говорил, на Рубика хорошая и танцы.
шикарная насмешка. Оп! Некрасовский коп! Коп-коп! Некрасовский коп! Оп-оп-оп-оп! Ладно, дальше поехали еще одну. По две штуки выпадают. Гира, ну, средненькая, я говорю, стандартная анимация. Вот! Все, мне выпало лучшее практически, то есть... две насмешки, танцы и Рубик. У-у-у! Вот реально, она, короче, будет с ФФ попикать. Ну все, отличные насмешки, просто великолепные. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.